Так, мы попробуем. А, в прошлый раз у нас осталось. Я забыл привести пример, когда про сочетание много. Давайте я напомню, что там было. В прошлый раз мы занимались устойчивыми сочетаниями. Я хотел привести пример, что их может быть на самом деле довольно много. Ну, на самом деле, если вы произвольным образом распределите вот эти порядки на мужчинах и женщинах, то у вас, скорее всего, будет одно противочитание. Но если у вас есть какие-то странные примеры, то вообще их может быть довольно много. А именно. Ну, пусть у нас всего 2n мужчин и женщин, 2n мужчин и 2n женщин. Если у вас n равно 1, то вы можете легко сделать два просочетания, а именно вы делаете, значит, что-то такое. Что нужно написать? У первого будет B, А, а второго, наверное, будет А, Б. Тогда у вас получается, что если вы такое порядочное рассмотрите, то у вас у букв, они могут выбрать первый, у них будет такое прочтение, 1, Б, 2. А цифры могут выбрать первую букву, тогда у них будет прочтение 1, Б, 2, А. То есть у вас тут два устойчивых прочтения. Собственно, все, которые возможны, у вас реализуются. Два устойчивых просточитания. 1А2Б и 1Б2А. Ну и теперь вот такую же картинку можно нарисовать, когда их 2n. Тогда мы его разобьем на пары. Ну и сделаем что-то такое. Каждый, то есть у нас будет в паре 1А2 мы будем писать. Ну, начало списка будет таким же. То есть мы просто перепишем. Первые два точно так же с учетом нумерации. Ну и первые два элемента 1, 2, 3, 4 и так далее тоже будут как в этой нумерации. То есть 2А, АБ, А, значит, А2, А1, А1, А2, А4, А3, А3, А4 и так далее. Ну, а остальные можно, в принципе, как угодно сделать, в любом порядке. Что-то хотите, пишите. Это не важно. Главное, что теперь у вас любая... То есть вы берете... Здесь выбираете любое просочетание. Здесь выбираете любое просочетание. Здесь выбираете любое просочетание. И тогда в итоге у вас получится некоторое устойчивое просочетание, собранное из вот этих вот пар. То есть вы можете здесь выписать... Один может быть с единичкой, а два с двойкой. Или может быть 1 с двойкой, а 2 с единичкой. Здесь может быть А3 с тройкой, А4 с четверкой, может быть А3 с четверкой, А4 с третьей. И ясно, что если я так выберу, то у меня это будет устойчивым просочетанием, потому что что я могу изменить здесь? Ну, они могут улучшить. То есть для букв будет угроза, только если у них заменится со второго места на первое. То есть, например, если я вот так вот выбрал, то единственная угроза, которая может быть, это когда А3 продолжит третий, а четвертый продолжит четвертый. Но они это не сделают, потому что у нас здесь у них получится, что они выбрали лучшую пару, они не хотят меняться. Поэтому угроза единственная, которая могла быть, она тут находится, а ее нет. Поэтому значит, у нас получается 2 в степени n устойчивых просочетаний. Просочетаний. То есть в среднем, если у вас n мужчин и n женщин, ну, то есть если у вас разное количество, то вы выбираете минимум из них. И дальше для n мужчин и для n женщин примерно у вас может быть 2 в степени n пополам просочетаний. То есть просочетаний. То есть не надо думать, например, что у вас есть... То есть ну, алгоритм Гилла-Шепли, он довольно быстро работает. И, скорее всего, да, вы там просочетание. Но это не значит, что вы все просочетания очень быстро найдете.
Если у вас их много, то на самом деле вы будете искать довольно долго. То есть, если у вас там, понятно, там 40 мужчин и 40 женщин, то у вас 20-е в случае просочетаний, чтобы их найти, вы будете страдать. Поэтому алгоритм поиска всех устойчивых просчетаний, он обычно говорит, что вы можете свести задачу к какому-то конкретному алгоритму, например, там, поиска цикла в графе или там какие-то, искать какие-то перестановки. В общем, что? Да, это я просто привел самый простой пример. У нас если, ну так вот, если n равно 3, у нас может быть 3 максимум просочетания. Если равно n4, то, по-моему, 10 может быть максимум просочетания. А этот алгоритм выдает 4. Поэтому на самом деле просочетаний может быть больше. Но там, ну я смотрел, там, ну я смотрел как статьи, давайте я открою, я в телефоне вам скажу точно, какая там септотика, но она больше, чем вот это. Сейчас, давайте попробую найти. Вот. Значит, на этом с просчитанием более-менее мы закончили. Если есть какие-то вопросы, я могу сейчас ответить. А если нет, мы перейдем к следующей теме. Давайте я попробую найти быстро. Но нижняя оценка вот такая, а верхняя, даже не знаю, есть верхняя оценка. Сейчас верхняя оценка, но она не очень хорошая. Короче, тут, ну вот, можно, видите, у нас, то есть, улучшить константу. Тут у нас что, корень из двойки в степени n, да? А тут, константа побольше. А верхняя, она вообще не, то есть, непонятно, какая может быть. Сейчас. А, ну, тут, нет, тут пишут, что самый последний результат тут улучшен. Экспонент, сейчас, что-то, и, ну, видите, я что тут, вот такая, что ли. Ну, что-то такое, короче. Не знаю. Ладно, ну вот я быстро нагуглил что-то. Можно это посмотреть. То есть, видимо, то, что я написал, это была самая первая оценка, а самая последняя. Ну. Окей. Так. Ну, хорошо. Значит, с мобильными просчитаниями все. Давайте переходить к новой теме. Значит, ну, как я сказал, у нас есть три основных темы. Это у нас стационарные игры, динамические игры и кооперативные игры. Только статические, да, я не знаю, да, статические, да, может быть. Или одновременные. Это называется динамические или последовательные. Одновременные. Это последовательные. И есть еще кооперативные. Ну, на самом деле, тут картинка такая. Вот кооперативная — это что-то отдельное. Кооперативные игры, у вас там вместо игроков, у вас играют коалиции из игроков. Поэтому вам нужно по-другому формулировать, что такое. Ну, что такое ход, как они взаимодействуют. Это немножко отдельно. Это на самом деле одно и то же, более-менее. То есть сейчас мы будем говорить про динамические игры, но мы примерно через, ну, сегодня или в следующий раз поймем, что на самом деле нет большого различия. То есть динамические игры — это вообще не статические игры, потому что мы хотим рассматривать, когда ситуации, когда игроки имеют несколько ходов, они могут реагировать на действия соперника. И за счет того, что они динамические, нам удается немного тоньше понять, что такое равновесие, как его искать. И у нас будут несколько новых концепций равновесия,
улучшается то, что у нас был в статической игре. Можно. Но реально, как мы сейчас увидим, разницы между ними вообще говоря нет. Ну, давайте начнем. Что такое динамическая игра? Значит, тут, как правило, говорят еще игра в развернутой форме. Если там игра в одновременной форме, то это игра в развернутой форме. Потому что мы пытаемся понять, как игроки действуют, в каком порядке, в какой очередности, и вот, что вообще может происходить. Ну, если мы... Тут себе легко представить, что такой там, пример динамических игр – это вот такие там настолки или, например, шахматы, тоже динамическая игра. То есть у вас игроки, они ходят, может быть, по очереди, в какой-то очередности и дальше принимают какие-то решения. Ну, как это записать? Обычно это рисует дерево игры. Значит, у вас есть какая-то начальная позиция, стартовая вершина. Дальше что происходит? Ну, первый игрок, он как-то может походить. Вот есть какой-то игрок, который управляет здесь вершиной. Ну, вот, допустим, это игрок с номером И. Дальше он делает один из нескольких ходов, после чего он переводит игру в некоторое новое состояние. И в каждом из этих состояний снова есть какой-то игрок, который управляет тем, что сейчас делать. То есть здесь вот какой-то может быть G1, тут G2, тут G3. И у каждого игрока снова есть какие-то варианты, что они могут делать. Они вводят в игру новое состояние и так далее. То есть получается, что мы можем записать игру в виде некого порядка ходов. Но дальше в конце мы должны, значит, если у нас игра закончилась, тут вот есть терминальная вершина или лист. То здесь мы должны записать, какие выигрыши получили все игроки. Значит, здесь пишем набор выигрыши и игроков. Ну, давайте я, может, формально напишу что-то такое, потому напишем какой-нибудь пример. Значит, что нужно сделать, чтобы задать игру? Нам нужно дерево. Это будет соответствовать букву G как игра. Значит, в дереве у нас будет отдельная вершина терминальная, остальные вершины не терминальные. Нам нужно отдельно выделить листы или терминальные вершины. У нас должно быть список игроков N. N – это игроки. Список игроков, или множество игроков. Список игроков. И у нас должна быть функция, которая сопоставляет, кто чем управляет, да, функция управления. Она показывает, какой вершине кто управляет. Вы спрашиваете, может ли, ну как, если вы ходите, то в конце у вас игра должна закончиться. Вы нам можете спрашивать, может ли игра быть бесконечной. Ну, в принципе, мы и такие варианты будем рассматривать. В какой-то момент мы ну, какой-то вариант у нас будет бесконечная игра, но тут надо понимать, что тогда, то есть, надо понимать, что будет стимулировать игроков ходить именно сюда, что они должны получить. То есть они должны понимать, какой выигрыш их ждет. Поэтому у нас будет бесконечно повторяющиеся игры, но там нужно будет четко формулировать, что такое выигрыш в этой игре. Поэтому пока можно считать, что у нас все конечное, а потом мы
ну давайте, конечное дерево. А потом мы обобщим до случая, когда у нас вершин будет чуть побольше. Ну и вот фи – это функция правления. Фи – функция управления, она бьет, соответственно, из множества всех нетерминальных вершин в множество игроков. То есть фи от вершины – это то, какой вершины управляет, какой игрок управляет этой вершиной. То есть фи от V – это номер игрока, какой игрок управляет вершиной V. То есть формально, чтобы задать игру, вам нужно задать вот эту вот четверку G, T, N и Фи. Да, еще нужно задать функцию выигрыша, да? Ну, еще U. Значит, U – это функция выигрыша. Функция выигрыша. Она делает следующее. Она каждой терминальной вершине выдает набор из N чисел. То есть U бьет из множество терминальных вершин в R. N. Ну, я тут опять неформально пишу, что список игроков и количество игроков у меня выставлено на даже буквы, но вроде это понятно. Можно там модуль написать. То есть мы еще раз, да, вот в каждой не терминальной вершине мы пишем, кто ходит. В каждой терминальной вершине мы пишем функцию выигрыша. Ну и понятно, что формально это дерево может быть довольно большим, то есть вы там пытаетесь написать, как играть, не знаю, крестики-нолики, да, вот у вас там первая, вот у вас первая позиция, значит, у вас первый игрок, у него там 9 ходов, он может поставить любую вершину крестик, то есть он куда-то ставит крестик, потом ходит второй, он ставит куда-то нолик, у него там 8 ходов, то есть у вас дерево может быть довольно гигантским. Ну а в конце вы пишете там минус 1, 0, 1. Кто выиграл, если один, если выиграл первый игрок, ноль, если ничья, и минус 3, если выиграл второй игрок. Ну, давайте я приведу пример из курса. Значит, допустим, у нас есть ну, какой-нибудь такой более живой пример. Вот есть город, и там есть выборы мэра. Ну, и делают это довольно специфическим образом. Это вопрос о том, как проводить выборы. Представьте, что у вас есть там три главных, ну, я не знаю, главные партии, например, которые делают следующее. Им у них есть список из 4 кандидатов, и они в порядке очередности, ну, по мере увеличения процентов голосов, удаляют одного из кандидатов. То есть у нас ходит сначала первое, потом второе, потом третье, и по очереди они вычеркивают одного из кандидатов. Соответственно, кандидатов всего 4. Первый вычеркнет кого-то, второй вычеркнет кого-то, третий вычеркнет кого-то. И останется один кандидат, который будет, собственно, мэром. Ну и весь вопрос в том, как устроены упорядочение кандидатов для этих игроков. Ну, давайте попробуем. Нет, голосующий – это 1, 2, 3. А ВЦД – это кандидаты. Так, сейчас дайте я напишу произвольно, потом мы поправим. Так, сейчас, по-моему, там… Ну, у первого будет А лучше Б лучше С лучше Д. А у остальных… Ну, давайте напишу, сейчас мы…
Ну, например, так, что ли? Ну, давайте я проверю, что это похоже на то, что там было. Чтобы ответ получился более-менее. Ну, соответственно, вопрос. Вот попробуйте понять, во-первых, значит, что это за игра, какой будет итог, кто ходит. Ну, понятно, у нас дерево будет довольно большим. То есть у нас сначала ходит первый, у него есть выбор из четырех, а мы его вычеркивать. Дальше ходит второй, и он вычеркивает одного из. Значит, у него три хода у каждой вершине. Он может выбрать одного из трех оставшихся кандидатов. Ну и дальше третий вычеркивает одного из двух, и мы получаем ответ. У нас ответ является какая-то буква, ну и она оценивает, насколько... Сейчас, что мы тут... Ой, это все было наоборот. Сейчас, так, подождите. Вот Алексей другой был пример. Давайте я перепишу сейчас. Извините, все испорчу. Давайте попробуем такое рассмотреть. Ой, извините, все испорчено. Ну ничего. Ну окей, вот у вас. Можно для примера решить, я могу установить. Можно образ забрать, не важно. Это, который был в начале. Так, я написал там вот так. Тут я написал вот так. А это тот, который фиксирует. Можно образ забрать. Значит, я хочу сказать сразу, что, да, как обычно, мы считаем, что у нас игра с полной информацией пока что. То есть все знают все остальные упорядочения, все знают, что все знают остальные упорядочения. То есть вы можете, они могут делать логические выводы про то, что будут делать следующее, опираясь на то, что каждый игрок хочет получить себе кандидата повыше. Ну, как вы думаете, какой, так, есть уже гипотеза, какой кандидат у нас останется? Какой Б, да? Почему, значит, почему Б? Единственный не бывает первым. Но это слабо оправдание. Если бы у нас на первом месте стояло А, то вы бы сказали, что, очевидно, А останется. Да, сначала первый, потом второй, потом третий, да. Порядок важен. Сейчас, что значит в первой игре? Что такое первое голосование? У нас, смотрите, первая партия сначала вычеркивать. А, это мне сколько? С останется, почему С? Так, ну смотрите, да, значит. Ну смотрите, да, ну давайте что-нибудь рассмотрим. Значит, если у вас, например, первый выкидывает D, то, ну давайте посмотрим. Если первый выкидывает D, тогда, если второй подумает, то он хочет, чтобы остался C. Но чтобы остался C, ему нужно выкинуть B. Поэтому он вычеркнет B, соответственно, третий вычеркнет A и останется C. Вопрос, может ли второй сделать что-нибудь, чтобы как бы получить лучший результат? Да, что он может сделать? CABD, DBCA. Что он на первом шаге просто может вычеркнуть C. А? Тогда что произойдет? Тогда у нас на втором шаге у нас, ну, второй, что бы ни сделал, А будет все равно вычеркнуть. Если останется А, то А будет вычеркнуть на последнем шаге.
Поэтому он единственное, что может сделать. Значит, останется D, если у нас D выживет к третьему раунду. Поэтому он вычеркивает D. И, соответственно, и остается B. То есть второй, то есть первый, чтобы получить побольше, должен вычеркнуть не последнего кандидата, а кандидата C. Ну или даже тут на самом деле может быть другое решение. Например, он может вычеркнуть кандидата А. И будет такой же эффект. То есть если мы напишем если первый вычеркивает А, то у вас С по-любому будет вычеркнут, поэтому ну, вот второй вычеркивает D, чтобы D не выиграл, а третий вычеркивает тогда C. То есть получается некоторый парадоксальный исход, что первый, чтобы получить лучшего кандидата, ему нужно вычеркивать не последнего, а первого. Поскольку у вас такое, ну как сказать, не то чтобы хитрое стратегическое взаимодействие. Тут что можно заметить? Что у первого и второго D на последнем месте, поэтому, а у третьего D на первом месте. Поэтому либо первый, либо второй будет вычеркивать D, чтобы третьему D не достался, потому что ему это невыгодно. Поэтому второй всегда будет вычеркивать D, если первый D не вычеркнул. А дальше третий всегда вычеркивает А, если он останется к этому моменту, поэтому А точно не жилец. Поэтому ни А, ни D не могут быть ответами. Поэтому вся разница между тем, выиграет либо или С, ну, поэтому первый, если вычеркнет С, то сразу останется Б. Тут других вариантов не бывает. Ну, можно, в принципе, было как решить. Можно было вот честно нарисовать дерево, да, и последовательно, то есть вот тут будет такое там огромное дерево из там 24 вариантов, и в каждом из них просто быстро посмотреть, что происходит. То есть как эту задачу решать формально. Можем сказать, что на последнем шаге мы уже знаем, что будет происходить, потому что на последнем шаге у нас останется только третий игрок, и он будет выбирать между двух. У него останется только два варианта, и мы знаем, что он будет выбирать. То есть мы, вот если мы рисуем это дерево, то у третьего там будут все возможные варианты какие-то. И дальше мы знаем, что сделает третий. То есть если у нас осталось уже два варианта, то мы знаем, что третий выберет того, кого побольше. Поэтому на самом деле мы можем вместо того, чтобы, ну, если мы уже знаем, что в этот момент третий выберет какую-то вершину, то можем знать, что здесь исход уже какой-то конкретный. Давай себе какую-нибудь ветку нарисую, чтобы это было понятно. То есть, скажем, если, ну, вот, допустим, первый у нас, ну, допустим, он вычеркнул, допустим, вычеркнул С, да? А после этого второй, вот у него есть три варианта, вычеркнут А, Б или Д. Тогда у третьего останется БД, АД или АБ. Ну и дальше мы знаем, что третий, он всегда, значит, оставит тут D, тут оставит D, и тут оставит, значит, АБ, Б. В этот момент можем делать следующее. Можем сказать, ну понятно, если у нас здесь уже ход определен, то мы можем просто стереть ту вершину и сказать, что здесь исход будет D. И здесь исход будет D. И здесь исход, а здесь исход будет B. Тогда получится, что мы уменьшили дерево, и значит, здесь мы уже можем посмотреть на второго, и у него есть три исхода, B, D и D. Но ему выгоднее B, поэтому мы можем стереть вот эти три стрелочки и написать, что здесь, после хода первого, то есть если он вычеркивает, что там C, да, то исход будет B. И так сделать для каждой стрелочки. Тогда вот, на самом деле получится вот такая картинка. То есть мы редуцируем наше дерево до начальной вершины. Ну, если А у нас то будет тоже Б, а тут будет С, и тут будет С. И тогда мы можем сразу заявить, что здесь исходом будет Б. Значит, этот называется алгоритм Сермера-Лакуна, ну или по-другому просто решение задачи конца. Ну, наверное, прежде чем его сказать, надо сказать, что мы ищем. Мы, конечно, ищем какие-то равновесия. Что такое равновесие? Давайте я сначала. То есть
ну, скажу, что коронавесие, и потом объясню, в чем стоит алгоритм. Ну, в данном случае, чем управляет игрок? Игрок управляет ребрами, которые исходят из всех его вершин. Поэтому мы можем сказать, что можем просто перенести тупо равновесие Панешу с одновременной игры, сказать, что стратегия игрока это Термело-Куна. Значит, что такое стратегия игрока в данном случае? Стратегия игрока – это произведение, ну, я сейчас так напишу неформально. Значит, это будет произведение по всем вершинам V из, ну, вот это, значит, это будет S, так. Множество S и D – это произведение по всем вершинам, которыми управляет данный игрок, то есть вершины, которые лежат в минус первой от И. Ну, и тут я пишу все ребра, которые выходят из вершины. У меня это будет называться Е с индексом В. Это ребра, выходящие из вершины В. То есть вот он всеми ребрами, которые у него выходят. Вот в каждой вершине у него есть несколько ходов. И вот всеми вершинами он управляет. Поэтому стратегия игрока – это такое произведение. Соответственно, если каждый игрок выбрал свою стратегию, то мы знаем, как будет ходить игра. То есть, если мы знаем, что вот здесь игрок сходил вот так, тут игрок сходил вот так, вот тут игрок сходил как-то так, то мы в конце концов дойдем до терминальной вершины и напишем выигрыши игроков. Поэтому, если задан профиль стратегии S1 и так далее, SN, то мы можем, пройдя по стрелочкам, если мы знаем, какие ребра выбраны, то мы можем найти терминальную вершину T и, соответственно, найти выигрыш от этой терминальной вершины. Поэтому у нас есть функция выигрыша. Каждому профилю стратегии мы выдаем некоторый набор чисел. Ну и можно задаться вопросом, как найти вот то, что мы называем равновесие по Нэшу. Что значит равновесие по Нэшу? Это значит, что у нас никакой игрок не может так изменить все свои ходы во всех управляемых им вершинах, так, чтобы получить побольше. Ну, вот как, то есть, вот здесь, может ли первый, то есть первый, вот у него есть всего 4 стратегии. И мы, ну, такой, ну, а второго, например, у него много стратегий. Он в каждой своей вершине может изменить стрелочку. Вот может ли он так изменить весь набор своих ходов, чтобы получить побольше? Если не может, то это называется равновесием по Нэшу. Соответственно, можно определить равновесие по Нэшу. Ну, алгоритм Термело-Куна позволяет находить с помощью вот развернутой формы, находить равновесие по Нэшу просто прямым алгоритмом. А именно, вы берете последнюю вершину перед терминальными и смотрите, что будет делать игрок. Рассмотрим вершину перед терминальной, ну, перед терминальной, то есть из которой ребра выходят только в терминальные вершины. Да, это описание алгоритм, из которой ребра выходят только в терминальные вершины. Но если у нас есть, вот какая картинка, да, вот у нас есть вершина, последняя из нее, есть стрелочки только в терминальные вершины. Значит, у нас там есть выигрыши. Вот у нас есть вершина, и тут есть наборы выигрышей. Ну, тогда игрок просто сможет сравнить эти выигрыши и выбрать на себя максимальный. Тогда, ну вот, соответствующий игрок И, ну вот, пусть это вершина В, тогда игрок И от В выбирает максимальный, значит, профиль, набор выигрышей, где у него максимальное значение,
Ну, да, максимальным выигрышем у ИТ от Т. То есть мы берем все Т, которые лежат. Ну, это Т это ребро, да, то есть нужно смотреть. Ну, да, я плохо написал. Ну, нужно, то есть выбирая Т из тех финальных вершин, которые идут за это Фиат В, или как это называть. Давайте напишу тест на Фиат В. Не знаю, что написать. Короче, берем из всех этих вершин штуку с максимальным выигрышем, дальше и заменяем нашу вершину В на вот это вот Т. То есть мы вместо того, чтобы делать тут стрелочки, говорим, ну, если тут вот там 4, 5 или 6, то он выберет 6, поэтому просто вот этот выбор записываем эту вершину, а эту вершину стираем. То есть мы все вершины выкидываем терминальные, а эту вершину заменяем терминальную. Мы уже знаем, что игрок сделает в этот момент. Ну, соответственно, у нас появилась новая игра, в которой меньше количество вершин, но так продолжаем, пока у нас вершина не станет одна, и тогда уже можем понять, какое у нас равновесие. Значит, делаем так, пока вершина не кончится. Ну, тут, конечно, в алгоритме есть некоторая дырка, да? Понятно, где. Да, где дырка в алгоритме? Нет, такие вершины всегда найдутся, у нас дерево конечное, поэтому все, как бы, если возьмем терминальные вершины, то есть предыдущие, так что там все будет хорошо. Ну, да, тут есть проблема в том, что единственная проблема, может возникнуть, что у вас есть несколько вершин с максимальным выигрышем. То есть, например, у вас здесь везде написано три шестерки. И вам-то вообще все равно, что выбирать. Но вот другим абсолютно не все равно. Может быть, что для других очень большая разница, что вы выберете. Ну, тогда формально вы должны смотреть три разных дерева, у которых вот это, либо эта вершина, либо вот эта вершина, либо вот эта вершина. И в каждой из них может получиться свое равновесие. То есть, как и в случае с обычными играми, тут может быть много равновесий. Например, если у вас все вершины во всех терминальных вершинах везде одинаковый выигрыш, то вы можете любой способ выбрать, это будет равновесие, вы ничего не сможете поменять. Значит, если таких t несколько, то для каждой такой t проделываем весь алгоритм. То есть для каждой такой t рисуем отдельное дерево. Рисуем Ну, поэтому формально говоря, у вас этот алгоритм, он, конечно, хороший, но он может работать довольно долгое время, поскольку у вас, если дерево большое и вершин с одинаковым выигрышем несколько, то вы будете мучиться, у вас будет куча деревьев, они будут расти с очень большой частотой, вам нужно всех считать. Что? Да, с таким образом можете все равновесия вот данной постановки. Так, мы найдем все равновесия. Так, сейчас должен был быть перерыв. Ну, я, на самом деле, сейчас хочу сказать, что ну, мы еще немножко с этим поработаем, но вот из этого уже видно, что вот в данной формулировке как бы формулировка, она даже чем-то проще, чем если по Нэшу, потому что это некоторые частные случаи, да, мы можем сказать, что вот у нас была игра в развернутой форме, а по ней можем сделать игру одновременную. А именно считать, что просто заранее все игроки, они заранее выбрали ход, написали на бумажке, как они будут ходить в каждой вершине, а потом они открывают бумажки, смотрят, как это реализовалось, и понимают, что произошло. Ну, то есть у нас есть, множество игроков есть, множество стратегий есть, множество функций выигрыша есть, только у нас еще есть дополнительная структура, которая нам упрощает жизнь, поскольку с помощью, ну, мы считаем, что это сейчас случай равновесия, когда у нас
мы можем привести конкретный алгоритм, как искать равновесие. И, кстати, в такой формулировке у нас равновесие всегда существует. То есть, как бы, что бы тут ни писали, равновесие всегда есть. Так, ну ладно, давайте сейчас сделаем перерыв, перейдем в большой химический, там дальше продолжим. Так.